Наша зрительница Екатерина из Пскова прислала вопрос. Я напомню, что вопросы я принимаю в своем телеграм-канале. Ссылка есть в описании. Раз в неделю ближе к эфиру я пишу пост, где, собственно говоря, собираю ваши комментарии. Ну и в описании к эфиру ссылки еще на другие медиапроекты Владимира Борисовича, на его телеграм-канал и на их YouTube-канал с сыном, с Борисом Пусковым. Итак, вопрос от Екатерины из Пскова. Вы не рассматриваете гражданское противостояние в России между теми, кто сейчас богатеет за счет войны, и теми, кто, может, ее и поддерживает, но начинает беднеть из-за самой этой войны, вызвавшей такие проблемы в экономике? Я думаю, что это один из фронтов будущего гражданского противостояния. Я глубоко убежден в том, что в России мы находимся на этапе такой скрытой, подавленной, латентной гражданской войны, которая в любой момент может выплеснуться наружу. И там будет много фронтов, в том числе тот, который задан в вопросе. Но будут и фронт, опять, ну, естественно, чего я ожидаю, это обострение Кавказской войны. Там будет фронт, ну, собственно, тот, который обозначили, тех, кто богатеет. Будет вообще в целом фронт между радикально там, левым движением и, условно говоря, теми, кто за развитие капитализма, и это тоже будет фронт. То есть, в любом случае, понятно, что альтернативой внешней войне является, к сожалению, сегодня война внутренняя. То есть, либо одно, либо другое. Ну вот да, вы ответили на вопрос Айрата из Башкирии, в том числе тоже, да. Получается, что, ну, давайте я на всякий случай его озвучу. Получается, перемирие с Украиной может в дальнейшем запустить процесс гражданской войны из холодной фазы в горячую. То есть в данный момент Кремлю, если и нужно перемирие, то только как передышка. Вот такой интересный ракурс. Ну, я все время говорил о том, что одной из причин этой войны являлось то, что эволюция путинского режима подошла к той точке, и она подошла к ней не сейчас, а реально к 2014 году, когда стабильность властного раствора не могла сохраняться без присутствия такого ингибитора, как война. Но вот есть, все знают слово катализатор, то, что ускоряет процессы, а есть противоположные ему ингибиторы, это вещества, которые замедляют процесс. Вот как ни парадоксально, война является для социальной эволюции, тем более социальной революции, длительное время ингибитором. То есть она замедляет этот процесс, она замораживает общество, она переводит энергетику из внутренней во внешнюю. Такая вот труба выхлопная для социальной энергии. То есть другой вопрос, что в какой-то момент, если ингибитор очень долго находится в растворе, он преображается и становится катализатором уже не эволюции, а революции. Но уловить вот момент, когда одно переходит в другое, не удалось никому. И даже Ленину, про которого много легенд, это тоже не удалось, поскольку он был поставлен перед фактом. Он узнал о революции из газет. Хотя всю жизнь не готовился. А поэтому да, война как ингибитор действует до определенного момента, но если вы вытаскиваете ее из раствора, раствор начинает выпадать в осадок. То есть путинский режим без войны очень быстро выпадет таким сухим остатком. И чтобы этого не произошло, им нужно будет искать следующий ингибитор. Если нет внешней войны, если, условно говоря, они, перебрав все, до кого могут дотянуться без самоубийства, поймут, что больше воевать не с кем, они начнут воевать сами собой.